иногда в прогнозах. Такое тоже Это бывает. нормально. А что у вас такого? Это ненормально. Я безупречен в прогнозах, но есть один фактор, который постоянно заставляет меня, ну, не постоянно, а часто заставляет ошибаться. Жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. То есть я всякий раз думаю за них как людей как бы так среднего ума хотя бы, но они все время они как это удивил, победил по-суворовски. Они все время предпринимают действия, которые, ну, мне сначала даже в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать. Так вот, у них есть еще резервы, где-то 15 БТГ, там где-то, Белгородская область, там еще где-то. И они... Я уже привык, я уже собрался с духом. Сейчас озвучу самый идиотский вариант. Они могут и их кинуть в бой. Для развития наступления. Большего идиотизма в военной истории за последние 5,5 тысяч лет письменной истории, наверное, найти невозможно за крайне. Но они вполне могут пойти и на это. Я их знаю. Я их уже выучу. Так уже основательно, с чувством, с толком, с остановкой. Ну, тогда это тут даже трудно сказать, это будет новое наступление, новая фаза или продолжение того же наступления, которое сейчас идет. Ну, да, они еще могут некоторое время понаступать. Но уже после этого уже точно все. Все до накопления срочников, до накопления там каких-то резервов снятых сохранений и так далее.